На сегодняшнем исполнительном комитете было принято решение о передаче в обслуживание объектов благоустройства площадок с паркования коммунальному предприятию «Дестранспортсервис». Это площадки расположены на Екатерининской площади, Александровский проспект, улица Пантелеймоновская и переулок Княжеский. Данное решение предусматривает, что коммунальное предприятие «Одесстранспортсервис» будет оперировать, то есть осуществлять работы по предоставлению услуг по паркованию транспортных средств на этих площадках. В первую очередь оно будет производиться на Екатерининской площади. Там будет, мы готовы провести пилотный проект в городе по парковкам.